стоит и подходит никак. Да, особенно профессиональный вратарь так любит действовать в любительских лигах, понимаешь, что мало кто их там сможет наказать. Но нужны любители, пари брат, противостоят, и нужно ему об этом постоянно помнить. Тем более, опять же, что фокусы вот на фокус Ничангу! А это фокус исполнения Томаса Сурового. Казалось, вообще даже щелочки нет, и все выражение, ну, выражение, как и насквозь, вот так происходит. Да. Мы говорили о том, что после выставки в пятиминутном меньшинстве получат в Словакии определенную моральную подпитку. Что такую? Абсолютно. Ну, Данис Зарипов, правда, что с этой точки регулярно все время огорчал вратарей. Все прекрасно видели, но шайба все равно каким-то непостижимым образом оказывалась в воротах. Ну, вот и Суровый провернул нечто из серии бытовой магии. Смотрите, входит в зону из достаточно острого угла. Лазерный, по точности, бросок в дальний. Чуть-чуть потерял. Он мало идеально, представляете, он Сорокин дискус со штатами, вот с этой позиции, кажется, вообще невозможно